Вот поэтому я и люблю хвалить при жизни всех. Потому что это так надо, так надо. Но врать-то не надо, конечно, да хороший, если он плохой. Потому что если есть возможность похвалить кого-то и сказать, что да чего же ты хороший, как же я тебя люблю. Может, потому что мне этого мало говорили, поэтому я знаю, что это просто необходимо. Но не всем. Но не всем. Некоторые сами себя так захваливают с утра, начиная, что с небес-то на землю надо опускать. Вот, Глеб Анатольевич, какой вы хороший, как я вас люблю.